Здравствуйте, меня зовут Роман Белов, и я юрист. Помните, если ваши права нарушены, их можно защитить. Мы дали в долг 800 тысяч рублей без расписки своим знакомым. Люди, взявшие деньги, обещали продать свой дом и отдать нам долг. Но в течение 4 лет не могут его продать. Как можно забрать долг? Вы можете договориться с должниками о том, чтобы в счет уплаты долга они переоформили свой дом на вас. Если вы точно знаете, что они на это не согласятся, обратитесь сначала в полицию по факту мошенничества, дабы зафиксировать в письменном виде, что данные люди действительно брали у вас долг, а потом можете обратиться в суд о взыскании долга. И помните, что из любой ситуации есть выход. Если у вас появились вопросы, я постараюсь на них ответить. Задать их можно по телефону 263-3002 или в группах «Наше утро» на ОТВ в социальных сетях. Доброго вам дня!